Привет всем! Сегодня будем готовить овощи гриль. Нам понадобится 2 баклажана, 2 помидорчика, 1 перчик и шампиньончики. Мне много не надо, вы сами смотрите, как вам будет удобно и сколько вам нужно. Перед готовкой, перед резкой я беру шампиньончики, буду сейчас подсаливать, прямо в пакете. Подсолили. Вот так вот мы помешали, опять солим, соль у меня кончилась, в принципе больше и не надо, и опять перемешали, и пусть они пока засаливаются по чуть-чуть. Так, дальше мы берем решетку гриль, подготавливаем мы доску и начинаем резать помидорчики на 3 части. Помидоры должны быть не свежие, я имею в виду, так сказать, еще не зрелые. В принципе, пусть так будет. А то перезрелые, они просто вывалятся в угли. Так вот, распределяем их. Берем синенькие режем. Укладываем. Ну, можно так. Совсем тонко не надо резать, а то они засохнут. Так, возьмем сейчас, заполним пустые места. Берем перец болгарский, сладкий. Тоже делим на 4 части. Удаляем отсюда семечки все. И тоже кладем мы на решетку. Мне просто жалко, можно было, в принципе, выкинуть. Жалко продукты выкидывать. Овощи у нас готовы. Теперь можно закрыть и ставить на угли. Теперь пришло время для шампиньончиков. Берем мы с вами решеточку. И на решетку начинаем выкладывать наши грибочки. Я взял специально мелкие, чтобы можно было их положить на решетку. Те, которые большие, более-менее, можно их порезать пополам. И укладываем. У меня получилось вот так. И теперь можно отправлять тоже на угли. Так как у меня мангал небольшой, мне придется в 2 этапа готовить. Сначала овощи, а потом грибочки. Наши овощи подрумянились, можно их подсолить. Подсаливаем мы баклажанчики, помидоры солить не надо. Перевернули другой стороной, теперь солим мы перчик. Помидоры опять не солим. Овощи наши готовятся в течение 10 минут. Периодически не забываем их переворачивать. За пару минут до приготовления можно посолить помидорчики с одной стороны и с другой. Дальше у нас все готово. Теперь снимаем мы и упаковываем все это дело в целлофановый пакет. Закрываем герметично и убираем полежать буквально минут на 5-10 в теплое место.
упаковал я все в пакет, вот так вот завязываем герметично и убираем в теплое место. Или же хотя бы можно укутать это все дело в полотенце. И пусть полежит 5-10 минут, и можно уже подавать. А тем временем мы сейчас будем жарить грибочки. Обратите внимание, для жарки овощей и грибов нам надо слабенькие уголечки. Время приготовления грибов составляет от 5 до 10 минут, в зависимости от углей и прожарки. У меня друзья мясо не едят, говорят: Игорь, пожарь, пожалуйста, овощи и грибы. Им уже мясо как таковое надоело, а вот эти вот новые вещи им интересны. Если вы грибы сняли с углей и уже подали на стол, и они не дожарены, я могу вас успокоить. Грибы можно кушать сырыми, и вреда они никакого не несут. Грибочки наши готовы, можно подавать их на стол. Ребят, вот такая красотища получилась. Не стыдно поставить, подать на стол, угостить друзей, самим покушать. Это новое революционное блюдо. Желаю вам приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!